Джерард. Вам не кажется, что Ливерпуль все-таки немножко стал прижиматься к воротам? Как будто дыхалочки немножко уже не хватает на эти минуты, на последние полчаса. Все-таки оборонять 1-0. Очень опасно! 1-1! Не зря мы почувствовали эту слабину в составе Ливерпуля. Команда все-таки прижалась к воротам, начала играть на удержание счета. И в конце концов за это поплатилась. Сити сравнивает счет, делает это Яя Туре. Хорошая комбинация. Карлос Тевес подал штрафную площадь. А, по-моему, Мартин Келли не сумел мяч обработать. И сделал голевой пас Яя Туре. Нужно было, конечно, выносить мяч, а не пытаться его обработать. Понятно, что хотел сыграть понадежнее Мартин Келли. Но играть так собственной штрафной – это непостижимая роскошь.